Чернов Михаил Макарович, герой Советского Союза. Родился 12 ноября 1921 года в деревне Синичино, ныне Великолукского района Псковской области. В апреле 1941 года был призван в Красную армию, участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года, помощник командира взвода 303-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии 65-й армии 2-го Белорусского фронта, старший сержант. Воевать начал минометчиком на границе Северной Буковины. Отступал с боями со своей частью на восток. Попал в окружение, был тяжело ранен. Скрывался на хуторе, поправившись, перешел линию фронта. В дальнейшем защищал Сталинград, форсировал Западный Буг. Особенно отличился при форсировании польской реки Нарев. 5 сентября 1944 года старший сержант Чернов в составе передовой группы вброд форсировал реку Нарев. Быстро преодолев минное поле, первым ворвался в распоряжение противника и гранатами уничтожил вражеский пулемет с расчетом. В бою за удержание плацдарма заменил выбывшего из строя командира взвода, организовал отражение контратак противника. Был ранен, но не оставил поле боя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшему сержанту Чернову Михаилу Макаровичу присвоено звание Героя Советского Союза. После войны жил и работал в городе Великие Луки. Скончался 27 мая 1988 года. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны первой степени и медалями.